Небольшая предыстория для вас играет очень, в общем-то, можно сказать, такой уже, ну, не боюсь этого слова, древний проект со своей историей, которая взяла начало еще в середине 90-х годов, правда, в другом составе, был первый трио «Орнамент», и потом был еще один состав, который просуществовал до 2003 года, потом был более чем на 10 лет перерыв, и в этом году в новом составе он снова возродился, поэтому наш альбом, который мы наконец записали уже вот, третьим, можно сказать, составом, он называется «Снова вместе», «Together Again», и наша программа также называется, и будет такая сегодня у нас пьеса, которая под таким же названием. И диск этот можно будет приобрести, так сказать, у менеджеров клуба, он, поскольку компания «Artbeat» приняла участие в его, так сказать, выпуске, за что им спасибо, а также компания «Tutrek Records», которая, можно сказать так, принадлежит Анатолию Мочеленко, который играет сегодня на гитаре. Так, Анатолий Мочеленко. Вартан Бабаян играет сегодня на инструменте под названием «Кахон». Это вот, сами можете убедиться, такая как бы играющая табуретка, причем очень многообразно звучащая. Вот. Анатолий со своей мощной компьютерной кухней и мощной техникой игры. Меня зовут Феликс Лохути, ну, знаете, наверное, скрипка почти без вокала сегодня, но немножечко. Немножечко будет, может быть, где-нибудь к середине. Сегодня такая инструментальная музыка, джазовая. Кто привык больше к фанку, фанка тоже сегодня будет минимум. Вот. Больше джаза, всяческая медитация. Ну, посмотрим. Всяко разно будет. Веселое тоже будет. И начнем мы как раз с композиции с нашего нового альбома, который называется «Потеря самомнения». Thank you.
Это была композиция авторского сочинения, собственно, моего, называлась «Потеря самомнения». Сейчас следующая композиция принадлежит перу Анатолия Мочуленко, и называется она «Песня Марии». Не хочу навязывать свои ассоциации, но я когда ознакомился с ней, мне она показалась немножко какой-то парижской по духу, как будто из какого-то французского фильма. Вот она приехала в наше сознание. Thank you.
Это была песня Марии Анатолия Мочеленко. Следующая будет композиция под названием «Размышления». Thank you.
Для данной пары пьесы, потому что она называется «Золотые деревья». Ну, собственно, понятно, о чем. Thank you.
Осеннее настроение, золотые деревья, и сейчас прозвучит нечто противоположное по настроению. Эта композиция уже будет не моя, это будет композиция Анатолия Мочеленко, и она, можно сказать, это такое посвящение Николу Паганини, вот, написано, ну, под воздействием прослушивания его музыки. И называется она, собственно говоря, «Никола». Thank you.
Следующая наша композиция, собственно, как раз программная композиция наша, называется Together Again, снова вместе. Именем ее, собственно, программа и альбом. Thank you.
Спасибо, отлично.
Together Again. И сейчас мы хотим пригласить на сцену очень специального гостя, ну, можно сказать, одного из отцов российского джаза и особенно российского джазового гитаризма, одного из ветеранов российской гитары. Это наш дорогой Алексей Алексеевич Кузнецов. Просим. Сейчас небольшое включение, и мы хотим исполнить одно очень знаковое произведение, написанное нашим другом, тоже ветераном российского джаза, Олегом Михайловичем Степурко. Оно посвящено одному очень известному, очень крутому джазовому российскому контрабасисту Анатолию Соболеву, уже, к сожалению, ныне покойному, но много с кем из нас играл, многих из нас учил, и надеюсь, что-нибудь Алексей Алексеевич может от себя расскажет об этом. Добрый вечер. Спасибо. Я хочу выразить признательность моим друзьям, коллегам, которые здесь представляют трио «Орнамент», и я со всеми знаком, и иногда случается, что мы играем вместе в разных проектах. Вот, в данном случае здесь пьеса, посвященная Анатолию Соболеву, контрабасисту, с которым я очень хорошо был знаком, много играл. И первое наше совместное выступление было в 1967 году. Это был, по-моему, четвертый фестиваль Москвы, московский фестиваль джазовый. И я впервые играл свое трио. И одна из пьес, которая будет исполнена позже, как раз была вместе с Анатолием Соболевым и Игорем Левиным на барабанах, исполнена в 1967 году. Но это немножко позже. А сейчас в памяти нашего друга. Спасибо. Thank you.
Итак, это была пьеса Олега Стекурко «Небесный контрабас», посвященная Анатолию Соболеву. Сейчас прозвучат два джазовых хита, сочиненных Алексеем Кузнецовым. Да, с 68-го и 67-го года, можно сказать, русские джазовые стандарты. Первое, что мы исполним, Алексей Алексеевич написал, когда родился его сын Алексей Алексеевич, и третий уже, да, по счету. То есть у него отец был Алексей Алексеевич, сам он Алексей Алексеевич, и сын также. И сын тоже Алексей Алексеевич, и поэтому следующая композиция называется «Алёша». Thank you.
Алёша. Ну, и такой оригинальный русский блюз. Настоящий вот наш джазовый стандарт. Называется он «Заводные игрушки». Thank you.
Алексей Кузнецов, Владимир Грузин, Анатолий Мочеленко, Вартан Бабаян, Феликс Лазутин. Спасибо вам большое.